Кликай на колокольчик рядом с подпиской на канал, чтобы не пропускать новые серии. Давай, 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 давай. Да, конец игры. Окей, теперь, может, куда-нибудь сходим? Да, я только ботинки одену. Хорошо. Куда ты хочешь пойти? Не знаю, я вроде голодная. Может, пойдем поедим? И вновь добро пожаловать, дамы и господа. Кэтрин, всего один вопрос отделяет вас от миллиона долларов. Куда? Вы хотите пойти поесть? Вариант А. Чипотле. Б. Дай мне выбрать. С. В тот ресторан, в который мы не смогли попасть в прошлый раз, и, вероятно, не попадем и в этот раз. Что тебя очень разозлит, и когда мы найдем место, где поесть, ты сделаешь вид, что не хочешь есть. И когда еду уже приготовят, ты скажешь, что хочешь есть, и просто заберешь мою тарелку. И вариант Д. Тако Белл. Чипотле. Но там реально очень хорошо готовят. Но я вчера была в Чипотле, я же не могу ходить в Чипотле 2 дня подряд. Я напомню, у вас есть звонок другу. Да, знаете, я позвоню другу. Хорошо, она берет звонок другу. Кому мы будем звонить? Я хочу позвонить бабушке. Давайте наберем бабушку. Алло. Здравствуйте, бабушка. Что? Я сейчас вашей дочке. Она собирается выиграть миллион долларов. Ей нужна ваша помощь. О, господи, вы похитили мою дочь и теперь хотите миллион долларов? Нет, бабушка, я на игровом шоу, и я могу выиграть миллион долларов. Но у меня нет столько денег. Нет, она на игровом шоу. Что? Окей, бабуль. Не пугай меня так. Где бы я хотела поесть? Вопрос на миллион долларов. Что? Я спрашиваю, где бы я хотела поесть, бабушка? Ты голодна? Есть 4 места. Тебе что-нибудь приготовить? Никуда не уезжай, я все приготовлю. Бабуль, пожалуйста. Я тоже хочу есть. Поторопитесь. Ты с кем разговариваешь? Я могу пойти в Чипотле, или мой парень может выбрать. Она куда хочет пойти поесть? Хорошая идея. Ты куда хочешь пойти поесть? Куда я хочу пойти поесть? У вас осталось 10 секунд, бабушка. Я не знаю. А, Чипотле? Дай мне секунду. Б, что мой парень выбрал. Где я хочу поесть, я не могу решить. Просто выбери. Не повышай на меня голос. Где ты хочешь поесть, женщина? Не повышай голос на меня. 5 секунд. Я перезвоню, милая. Я же сказала, я не знаю. Нет, нет, бабушка. И закончилось время, дамы и господа. Итак, Кэтрин, у тебя еще 2 подсказки. Я хотела бы убрать 2 варианта. 50 на 50, оставьте 2 варианта. Да. Хорошо, стало проще. Итак... Чего я хочу? Чего я хочу? Однажды я разрешила моему бывшему выбирать, где поесть, и после этого мы расстались. Давайте уберем вариант Б. Я думаю, что... И я спрошу у зала. Там же всего 1 вариант. Хорошо, спросим у зала. Тяжело решать одной. Итак, результат. 100% за вариант С. Хорошо, не думала, что будет так сложно. Миллион долларов, а... Там только 1 ответ остался. Я знаю, но я просто не знаю. Окей, знаешь что? Там всего 1 вариант остался, скажи С. Просто скажи, что С окончательный ответ. Я думаю, что это С. С мой окончательный ответ. Она выиграла 1 миллион долларов. Да, я выиграла. Стой, 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 стой. Могу еще выбрать Чипотле? Чё? Да харе. Почему ты просто с самого начала не могла сказать? Я пошел ботинки одевать. А, малыш, подожди, у меня вопрос. Я не выгляжу толстой в этом платье? Не. Только честно. Подожди, подожди, подожди. Спасибо, дамы и господа, и добро пожаловать обратно. Кто хочет стать бывшим парнем? Не-не-не-не, вопрос на 1 миллион долларов. Как я выгляжу в этом платье? А перевел и озвучил виски. Ага.